Чудесоведение. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Агара Петровна. Вы когда-нибудь слышали выражение «жребий брошен, Рубикон перейден»? Что они означают? Агара Петровна, можно я? Подожди, Ёлкина. Мне бы хотелось услышать Барабасова и Косточкина. Молчите? Как же так? Вы же в галлов и римлян вчера играли. Я знаю, что значит перейти Рубикон. А при чем тут галлы? Давай по порядку. Сначала просвети нас насчет крылатого выражения «перейти Рубикон». Ну, так говорят, когда уже ничего изменить нельзя. Когда рискуешь чем-то большим, чтобы получить еще больше. В целом верно. А что такое Рубикон? Барьер какой-нибудь, преграда. Преграда. Водная преграда. Река легендарная. Ёлкина? Река Рубикон находилась на границе Римской республики и провинции Галлия в период правления Юлия Цезаря. Коль, теперь ты понял, при чем тут галлы? А при чем тут Юлий Цезарь? Это он Рубикон переходил? Или галлы? Если вы, наконец, замолчите и послушаете меня, узнаете. Итак, как справедливо отметила Ёлкина, река Рубикон отделяла Рим от недавно завоеванных земель, от провинции Цизальпийская Галлия, которой управлял проконсул Юлий Цезарь. А кто такой проконсул? Дипломат? Проконсул – это римский военачальник и наместник, представитель, завоевателя на покоренных землях. Но ведь Гай Юлий Цезарь был императором. Тогда он был всего лишь одним из римских военачальников. Покорение Галлии далось ему очень трудно. Но Цезарь победил. У него была огромная армия, и Галлии ему стало мало. Он хотел править всей Римской империей. Сенат узнал об этом и потребовал, чтобы Цезарь распустил свое войско и явился в Рим один. А кто такой Сенат? Сенат – это римский парламент. Сенаторы управляли Римской республикой, но вернемся к Цезарю. Он очень хорошо знал, что его ждет в Риме, если он окажется там без своего войска. В лучшем случае – отставка. И тогда он остановился на берегу Рубикона? Да, на берегу Рубикона, на границе. Надо было принять решение, идти дальше на Рим или подчиниться Сенату. Довольствоваться малым или попытаться завоевать все. Жребий брошен. Вперед, сказал тогда Юлий Цезарь. Рубикон был перейден, и пути для отступления в прямом и переносном смысле были отрезаны. В случае неудачи проконсула ждали тюрьма и позорная смерть. Но легионы Юлия Цезаря с боями дошли до Рима, и проконсул стал императором. Его любимой поговоркой тогда были слова «Вени, види, вици». Пришел, увидел, победил. Правда, всего через 5 лет Гай Юлий Цезарь поплатился за то, что перешел Рубикон. Императора убили прямо на ступенях Сената. И тогда он произнес свою последнюю крылатую фразу. «И ты, Брут!» Это я знаю. Так говорят, когда друг оказался вдруг предателем. А чего ты на меня смотришь? А кто со мной бутербродом сегодня не поделился? А не надо было свои бутерброды бродячим собакам отдавать? Она не бродячая, она потерялась. Эту тему обсудите после уроков. А сейчас кто покажет реку Рубикон на карте? А она что, правда существует? Вот от тебя, Галя, я этого не ожидала. Как же не существует, когда Цезарь на ее берегу принимал такое важное решение? Вот, смотри. Север Италии. Адриатическое море. Городок Римини. Видишь? Ой, всего-то навсего. Такая малюсенькая речушка. Да, сейчас малюсенькая, к тому же ужасно грязная. Вот что люди сделали с легендарной рекой. Может, они не знали, что это Рубикон? А что, если не Рубикон, то можно выливать в реку всякую гадость? Хотя итальянцы действительно долго считали легендарный Рубикон потерянным. Только в 1933 году решили ее найти. Сопоставили исторические документы и поняли,
что Рубикон – это современная река Фьюмичино. Ей вернули легендарное название, но окончательно доказать, что Рубикон – это Рубикон, удалось совсем недавно, в 1991 году. Да, и чего он отправлялся в Рим? Кто, Цезарь? Ага, остался бы лучше в Галлии. Зачем? Ну, договорился бы с галлами, стал бы у них императором. Скажешь тоже, то Галлия, а то целая Римская империя. Уроки чудесоведения.